Вот если бы у меня все так складывается одно к одному, ничего не выдумываю, ничего не подгоняю, скажите, могут ли яблони опылять грушу? Я беру, у меня сразу это, вопрос серьезный, но для Александра серьезный, для остальных не знаю. Может быть, надо пропустить и выбирать попроще какие-то темы. Но я постараюсь очень коротко. Я всю жизнь считал, что гибриды яблони груш существуют, и это айва. Когда-то пробовал огромный плод, несъедобный, абсолютно твердый, как камень, можно бы им гвозди было забивать этим плодом. С тех пор до сих пор печенка. Один раз пробовал размножать, тут же замерзла. Не понимаю почему. Вот. И больше не связывался. Ну ладно, но я-то считал, что это гибрид. И тут выясняется, что когда-то ее называли гибридом. Ну, юный натуралист, когда-то журнал читал. Вот. С детства застряло. А тут раз, самостоятельный вид, тогда, ага, ну раз это самостоятельный вид, тогда давайте, кто от кого, я уж так порассуждаю, ну, 3 минуты, кто от кого произошел, яблони от груши или от груши от яблони? Ага, они же друг друга опыляют, понятно, что могут, но с огромным трудом, и очень редко, и почему осталось, я же должен как, я не могу так, да, нет, помните анекдот, там было 3 ответа, да, второй ответ нет, а третий пошел нафиг. Я же не могу так. Что я должен сказать? Ну, например, могут опылить с трудом, мало. Пытаюсь объяснить. Дело в том, что не яблони, это я, свое мнение. Вот. Не выходя от своего сада, я это знаю. Ну, познакомился с корнями, со строением, как переносят дождь, жару. И я понял, когда-то было одно дерево, может быть, самое первое. От него пошли семена, вроде бы одинаковые, но с некоторыми различиями, помните, там разброс качеств, и одни пошли, они в разные стороны, яблони пошли там, где посырее, и воды эти грунтовые поближе, там они лучше себя чувствовали, вот. А груши, у них намокали корни, они, семена постепенно, с помощью семян она передвигалась. Яблони, кстати, еще с помощью корневых отводков. А груша туда, где по суше. И до воды дальше. Естественно, у них начинается уже это самое, на генетическом уровне у них пошли по маленьку развитие. Чем дальше, тем больше. Теперь яблоня и стала яблоня, груша груши, и опылять практически не опыляют. Ну вот Александру захотелось узнать. Тогда я что сделал? Я набрал все-таки по привычке вначале, я набрал слово АРУ, узнал, что это не гибрид, даже я учусь, Александр, на бегу учусь, уже не на ходу, на бегу. Успеть бы, что это не гибрид самостоятельной культуры. Ладно. А может это всем интересно. Яблоня, груша, а хочется яблоневую грушу. А грушевую яблоню хотите? Вот. Наши гибрид яблоко груши. Вот. Оказывается, он сотни лет в Азии. Может быть, отсюда-то и пошла. Может, это и было первое дерево. А потом расползлось. Кто-то посырее стали яблоками. Постепенно, по Мичурину, спору нет. Тут все четко по Мичурину. Яблоня, груша имеют преимущество перед обычной грушей. Но это уже детали, это уже потребительское качество. Вот она. Больше не нашел, ладно. И вдруг я смотрю, где-то что-то мне напоминает. Так вот же уссурийская груша. Знаете, фотографию эту я слямзил с этого, перефотографировал с единственная цветная фотография в этом шеститомнике Мичурина. И здорово, да? Вот она, уссурийка. О, родственница. Похоже. Видели? Кругленькая, да? С пятнышками. Все как у людей. Когда-то я использовал, знаете, для чего, чтобы показать. Не отрывайте вот тут. Вот тут оторвали перед зимой. Все, плодушка мертва. Но уже стыдно повторяться. Вот. Нашел гибрид яблони сайвое. Я редко пользуюсь этим самым. Мне хватает своего сада для того, чтобы ответить на 98 из 100 вопросов. А это 99 из 100 вопросов. Вот он, яблоня айва, дает гибрид. Значит, все-таки айва, все-таки, мне кажется, это среднее между яблоней и грушей. Вот. И я тогда так, Александр, все-таки смотрите. Дело в том, что вот этот метод ментора, но его возвели в степень абсолюта.
Вот. Я боюсь сейчас подключить компьютеры, если я начну вот это все подробно рассказывать. Ну, короче, взрослое дерево на молодое гибридное дерево оказывает влияние, особенно, причем это может быть и при прививке, это может быть и на этом самом. Ну, чаще всего упоминается прививка. Так вот, глубокое формирующее влияние различных веществ уже сложилось сорта. Вот. Я считаю, что оно и на генном уровне влияет, но он аккуратненько написал, видите? Глубокое формирующее. Ну, я бы написал в скобках генное. Ну, хорошо, не будем. Так вот, я его для чего вам все-таки хотел бы вам объяснить. Здесь-то, понимаете, приводятся примеры, великолепный пример. У него циропадус, великолепный пример. Гибрид рябины груши. Ну что общего между рябиной и грушей? Да я бы меня застрелили бы, я бы сам не догадался. Если бы даже стенки ставили, говорили, догадайся, что общего. Нет, вот, пожалуйста. Вот вам ряба груша, ряба груша. Видели? Здорово. Мне нравятся такие примеры. Может быть, и для общего развития всем понравится. А может, среди тех 150-200 человек, кто меня смотрит в течение суток, может быть, уже рождается новый Мичурин. Потому что он вчера об этом не догадывался даже, о таких темах. Вот. А это для меня, я тут не как в воде купаюсь в этом море, океане. Ладно. А вот это моя фотография. Смотрите, яблоня. Культурная, привитая на Сибирку. Я привил грушу, 3 года по 2 штуки висели, потом умерла. Но это нормально, отторжение ткани обязательно. Сходу, то есть первый год она прививка, второй год уже плодоношение, третий год две, снова две, четвертый год две и потом смерть. Произошло, естественно, биологическая несовместимость. Сразу давала грушу, чтобы продлить свой род. Так? А для меня это возможность вам объяснить, что такое ментор, и что такое вот это вот. Я не стал с вами долго, нудно вот это. Я просто по-человечески объясняю. Итак, Мичурин, великий Мичурин, придумал такое. Вот на моем примере. Значит, итак, это груша. Груша, кто бы спорил. На яблоне. А дальше помните слова Мичурина, такие аккуратные, мягкие, глубокое влияние свойств. Так? И теперь, это я говорю Александру. Ну, раз спросили их, продолжайте, занимайтесь. С этого начнете. Теперь у вас получается еще не яблоня, хотя привита на яблоню. Но потом, когда она зацветет, зацветет. И не просто зацветет, а зацветет, даст семена. Семена зацветут, они будут, допустим, грушевые еще. Но потом они могут вступить в половую связь с яблоней. Например, пестики этого, тычинки этого, или тычинки этого, пестики этого. Вот тогда вот таким сложным путем вы можете добиться того, чего Мичурин. Да здравствует Мичурин. Ну, я надеюсь, нормально объяснил. Итак, в начале ментор, взрослое дерево. Если это молодой гибрид, подчеркиваю, там речь шла о молодых гибридах. Вот, это очень важный момент. Потом семена, потом цветение, и тогда можно сблизить, как это Мичурин в другом месте называл, насыщение ментором. Прошу не путать насыщение ментора железово. Мое насыщение ментора – это до бесконечности. Понимаете как? Я груши на дикие сибирки прививал. Сделал 150, я уже прививок. Десяток дало жалкие вот эти побеги. Жалкие-жалкие. С карандаш, а остальные мертвы. Но я мог продолжить эту линию. Ну, извините, я прикинул, жизни не хватит. Ладно. Вот. Но, надеюсь, нормально объяснил, Александр. Вот. Не будете считать меня какая-то. Сейчас, когда включал вот этот самый ящик, то есть компьютер, вот этот кусок железа, вы могли слышать. В это время у меня еще шел фильм, где Мюнхгаузен рассказывал. Это как нарочно у меня так. Вот начинается, вот вы могли этот момент услышать, потому что несколько минут обычно звук уже записывается до начала. Вот. И там Мюнхгаузен сидит и говорит, что выстрелил косточкой, там не было у него пули, он зарядил косточку вишни, попал в лоб оленю, а на другой год олень, а у него вместо рогов, или там кроме рогов, развесистое вишневое дерево во лбу. Похоже на железовое, но здесь Мюнхгаузен
представлен как умнейший человек. Так, ну что, Александр, прощаемся с тем, что можно, можно насыщение ментора по мячу, но как мог, объяснил. Так.